Колядки, хороводы, концерты и ярмарки. Именно так отмечают один из самых теплых зимних праздников – День Святого Николая. Это старинный праздник народный. В этот день обычно Святой Николай являлся покровителем путешественников и детей. По легенде, Николай кладет под подушку подарки детям, которые весь год хорошо себя вели. Ну а маленьким проказникам достаются розги. Правда, среди этих детей непослушных не оказалось. В Крымском этнографическом музее прошли новогодние гуляния, приуроченные ко Дню Святого Николая. Маленьких зрителей, учеников 1-й Симферопольской гимназии, с импровизированной сценой поздравляли участники фольклорного коллектива. Каждый из ребят в этот день ожидает чего-то особенного. Скажи, что для тебя означает День Святого Николая? Подарки. А тебе Николай что-то принес? Да. Мне этот праздник очень нравится, потому что Святой Николай нам дарит подарки. И под подушку он нам их ложит. Когда только хорошие дети получают подарки. Это праздник для всех детей, кто хорошо себя вел в этом году. Тебе подарил что-то Николай? Мне Святой Николай подарил шоколадку и печенье со звездами шоколадными. Праздник волшебства и доброты. Святой Николай помогал детям из бедных семей, подбрасывал монетки, еду, игрушки, выставленные за дверь башмачки. Очень хочется радовать детей наших в такой день прекрасный. Мы это делаем в течение года, но особенно в этот праздничный день. И сегодня мы проводим фольклорный праздник. Мы расскажем, что такое День Святого Николая. Считается, что в канун светлого праздника нужно быть особенно милосердным. И тогда Николай обязательно откликнется на все ваши просьбы. Наталья Жадько, Сергей Козырь. Утро нового дня.